Мы все время хотим переубедить других людей. Даже не сознавая этого, мы все равно испытываем эту внутреннюю потребность добиться, чтобы другой человек думал так же, как и мы. Как вы думаете, почему это происходит? Это происходит по одной простой причине, что если он думает так же, как и я его чувствую своим, и я чувствую сам себя вот в этой стае, в группе, я чувствую поддержку, чувствую плечо. И самый лучший способ потерять поддержку, потерять плечо, это пытаться другого человека переубедить. Вот этот парадокс, наше желание добиться от человека, чтобы он думал, как мы, для того, чтобы мы были с ним вместе, приводит к тому, что мы не вместе. Сейчас время непростое, мнений множество, тревог множество. И думать о том, что мы сейчас кого-то переубедим и будем в компании, в социальном круге тесном, так не работает. Поэтому сейчас примите все точки зрения, какие есть. Помните, что главное не то, что человек думает, а то, как он к вам относится. Если он вам дорог, вы ему дороги, какая разница, что сейчас там в головах крутится и вертится на фоне всей этой неразберихи. Важно, что вы есть друг у друга. И это та ценность, которую нужно пронести через любые тяготы и лишения, которые уже есть и которые нам предстоят.